Так, добрый вечер, уважаемые коллекционеры. Начинаем бокс-брейк. Так, бокс-брейк. По коллекции OPG, 19-20 год. Так, начинаем. Так, время у нас 23:16. Так, 23:16. Так, номер блока. 0790. Ну, короче, 93-28 будет окончание. Так, давай двигайся что-то. Так, ну поехали. Вот коробка. Номер у нас 0799-79-328. 93-28. Блок запечатанный. Так. Так. Так, блок, вот он. Так, пакеты. Так, пустой. Коробка та же. Так, ну я думаю, успеем 18 пакетов. Так, вот у нас реклама. Так, пакеты. Так, ну желаю всем удачи. Так. Так, ну здесь у нас сразу номерная карта. Ладно, давайте все смотреть будем в то время. Хайжик, наверное, так, новичок сразу для Рейнджерс. Далее. Нордстром, Бостон. Чек-лист. Да, чек-листы пойдут между всеми участниками на рандом. Это у нас 301 до 400. Номер. 400. Так, далее. Татар, Монреаль. Капанин, Торонто. Кутюрье, Филадельфия. Хартман, Филадельфия. Мэтьюс, Торонто. Под серией ретро у нас это Донской, Сан-Хосе Шаркс. И номерная для Миннесоты. Селлер, наверное, так. 89 из 100. Миннесота. Четыре минуты. Так, здесь у нас тоже. Так, Василевский, Тампа. Опять чек-лист, уже 201 по 300 идет, пойдет вторым. Разыграем, наверное, сразу все вместе, номер 300. Ну, не сегодня. Так, Скиннер, Баффало. Айфайл, наверное, так, Лос-Анджелес. Макдональд, Филадельфия. Думба, Миннесота. Ворачек, Филадельфия. Так, для Каролины у нас Дехан. Это ретро Каролина. Далее у нас для Чикаго
Патрик Кен, король червей. Ну и новичок для Детройта Джек Челиос. Наверное, так. Так, где у нас новички тут? Так, следующий пакет. Так, здесь у нас мини-карта будет, не знаю. Так, Бучер Девилс, Писик или Пысик, Флорида, Андерсон, Рейнджерс, Хинастроза, Так, Хинастроза, Феникс, мини-карта у нас Вейлер для Виннипега. Номер 28, C28. Далее ретро у нас Эриксон, Миннесота. Так, ретро я куда-сюда буду складывать. Так, новичок у нас для Колорадо Кэл Макар. Далее Бурнс Сан-Хосе, Копитер Лос-Анджелес и Макдонах Тампа. Так, Мартинес, Лос-Анджелес, Перо, наверное, так, Виннипег, Баттерсон, Оттава, Прайс, Монреаль, Хамоник, Калгари, Бойсер, Ванкувер, Боргстром, это Флорида, ретро у нас для Анахайма, Гибсон, далее МакДэвид, Эдмонтон и чек-лист, тайм-чек-лист для Чикаго. Вот такой вот вариант. Не знаю, успею обзор провести. Я думаю, по времени вряд ли, наверное. Ну, посмотрим, как пойдет. Так, что тут у нас мини-карта, да, не обронить бы. Хайман, Торонто. Монахан, Калгари, да, Вуд, Девилс, Колеман, Девилс, и здесь у нас Пекарины, National Predators, C2. Так, далее OPG, новичок, Блайгер, наверное, так, для Питтсбурга, ретро. Давайте так, может, отдельно их тут не смотрел. Да, вроде ретро, это новички. Так, Лига Легенда. Это у нас Элиас Петерсон, Ванкувер. Места уже не хватает, все отдельно разложить. Далее Фалк, Каролина, Конор МакДэвид, опять Эдмонтон. И третий чек-лист, уже первые 100. Номер 100. Это у нас номер 3 будет. На общем рандоме. Первые три человека будут в плюсе. То есть первые три команды. Потому что человек-то может быть там один. Угу. Так, поехали. Ладно. Хамильтон, Каролина. Мартин, Айлендерс, Абделькадер, Детройт, Троуба, Виннипег, Марк Стал, Рейнджерс, ретро. Далее карта у нас для Флориды, это Хубердей. Или Хубердо, как там правильно, не знаю, может так, не так, так. Четверка пик, тайм-чек-лист для Питтсбурга. Клиффорд, Лос-Анджелес, Музин, Торонто. И у нас все чек-листы, наверное, собрались. Это 500-й. Ну, почти все. Ну, зато
всех будут чек-листы. Так, сколько? Раз, два, три, четыре, да. Так, следующий пакет. Половина времени у нас, так что надо, наверное, ускориться немного. Так, Элис Петерсон, Ванкувер, Додонов, Флорида, Монтур, Баффало, Спаркс, Торонто, Варламов, Колорадо, Мата, Детройт. Это у нас ретро. Далее сезон Headlight. Это у нас Кот Каниемми синего цвета. Это у нас Монреаль. Далее Вегас Энгланд. Да. Там первый Вегас только. Не называл. Джулис. Ванной Монреаль и Смит. Это как его звать? Вегас. Так. Озингел. А, Дзингел, наверное. Коламбус тоже вроде не было. Костин, ну ладно, я все не могу запомнить, потом на бумажке запишу тогда. Филадельфия, короче. Норквист, Питтсбург, Спронг, Анахайм, Пастернак, Бостон, ретро для Каролины, Вам Ремсдик, Тревор. Так, далее у нас Соботка, синяя для Баффало. Далее Руст, Питтсбург. Очередной чек-лист, ну уже, а, наверное, это, все пять собрались. Это у нас номер 200-й. Ты можешь разложить с первого до поэту, как говорится. Вам посмотрю. Так, и Бейгл, наверное, так, Ванкувер. Так, Линблум, Филадельфия, Маккен, Питтсбург, Анисимов, Чикаго, Варт, Детройт, Грубайер, ретро у нас Колорадо, далее Ворачек, синий, это у нас Филадельфия, карта у нас девятка Бубей, это Тейлор Холл, Девилс, далее Ваник, Детройт, Кахун, Чикаго и Томас Сент-Луис. Так, половину-то хоть сделали, а то что-то. Койву Мика, Миннесота. Моррисей, Виннипег. Немит, Колорадо. Лундквист, Рейнджерс. Чек-лист ретро у нас для Колорадо, опять же, 558-й. Так, делаем чек-листы, оп. Далее, так, золотой у нас параллель для Феникса, Брэд Ричардсон. Так, сезон Headlight, это у нас опять Элис Петерсон, не знаю, такой же, не такой же был. А, нет, другой, другого типа. Ванкувер, Бьюкстед, Питтсбург, Аткинсон, Коламбус и Власик, Сан-Хосе. Так, поехали. Гагляна, Даллас, Фолигна, Миннесота, Карлсон, Сан-Хосе, Зуккарелло, Даллас, Хагелин, это у нас Вашингтон, Джо Тортон, Сан-Хосе, мини-карта, С12. Далее ретро у нас новичок Кел Макар, или Кель Макар, как там правильно, Колорадо, опять же, что-то много Колорадо тут всяческого выстреливает. Чек-лист у нас Сан-Хосе,
Sharks. Вот такой вот. Здесь Донской, Сан-Хосе и Хаг, Филадельфия. Так, что у нас тут осталось? 7 пакетов. Так, далее. Дехак, Дехан, Каролина, Дворок, Феникс, Хейкес, Хейкей. Ну, короче, Айлендерс, Нидерайтер, Каролина, Дельзотта, Сент-Луис, Ретро. Далее туз у нас Конор Макдэвид для Эдмонтона. Поздравляю. Кто взял Эдмонтон такую-то? Карту подтянули. Далее тайм-чек-лист у нас Анахайм. Так, здесь у нас Вильямс, Каролина, Мата, Дэвил, Детройт и Эллерс, Виннипек. Так, что у нас тут 6 минут еще где-то. Ладно, я потом сниму дополнительный обзор. Я не успею просто. Так, Тукараск, Бостон, Дебрикант, Чикаго, Варт, Чикаго, Секера, Эдмонтон, Канески, Филадельфия, Ретро у нас Эйлерс. Так, это Виннипек. Далее синенький у нас Кливбум, Эдмонтон. Далее Боумистер, Сент-Луис, Сигвин, Даллас и Сибрук, Чикаго. Так, 5-5-5. Так, Брэди Ткачак у нас Оттава, Наместников Рейнджерс, Проворов Филадельфия, Поинт, оп, опять проскочила, Поинт Тампа. Так, он не пострадавший, Гудро у нас Калгари, Мини. Далее Чейсон, Ретро, Эдмонтон, новичок у нас Верно, наверное, так, Макс Верона или Верона, ну, как-то так, короче, в общем, Оттава. Далее Кузнецов, Вашингтон, Ларкин, Детройт и Грубайер, Колорадо. 4 пакета. Так, Йоси у нас Нэшвилл, Нюландер Торонто, Поинг Рейнджерс, Ярн Крок Нэшвилл, Брат Дэвилс Ретро, далее синий Летанг для Питтсбурга. Здесь у нас номерной чек-лист Ретро и параллель Флорида. Вот такая вот, 60-я из 100. Далее у нас Миллер Тампа, Панарин Коламбус и Дермонт Торонто. Так, осталось у нас 3 пакета. Так, Шмальц, наверное, так, Феникс, Хишер, Дэвилс, Зукер, Миннесота, Мюррей. О, чуть не упал. Так, Коламбус, это Мюррей, да. Поинт, Тампа, С-13. Так, Лайн, Виннипек, Ретро, синенький, ну, короче, понятно. Вегас синий. Далее Литл, Виннипек, Форбот,
Лос-Анджелес и Конор Мерфи. Наверное, так, Чикаго. Так, два пакета. Обзор не успею провести, а так. Сколько-то, 2 минуты осталось. Так, Руссел Эдмонтон, Бишоп Даллас, Сабан Нэшвилл, Лавджой Даллас, Нюквист Сан-Хосе, Рассел у нас Ретро Эдмонтон, далее Эдам Джонс, Джонсон для Питтсбурга, новичок. Далее Далей у нас, или Далей, ну, короче, Детройт, Эриксон, Миннесота и Спеца, Даллас. Ну и последний пакет. Нет, вроде бы тут такого-то. Так, Белмарк или Беломар, Беломер. Ну, короче, как его зовут-то? Вегас. Хубердо у нас Флорида. Ой, ну, короче, тоже не выговорю. Флорида. Танев Ванкувер. Байерчи. Наверное, как-то так. Ванкувер. Йоси у нас ретро для Нэшвилла. Здесь у нас новичок Гигнач, наверное, так, Девилс. Далее Блэквуд Девилс, Ричардсон Феникс. Ну и последняя карта, Дилан Стром Чикаго. Вот, ну, пока еще немного времени есть. Вот у нас пойдут первые 400. Это рандом, потом 300, потом 100, потом 500 и потом 200. Там запишите кто-нибудь в блокнотик, чтобы не забыть. Так, 300, 100, 500, 200 последний. Я думаю, не перепутается. Все, на этом все. Всем спасибо. Есть еще коробка. И после этого объявления кончится, поставлю следующую.